Минский тракторный завод стал титульным спонсором футбольного клуба «Батэ». Теперь его логотип будет на игровых майках футболистов. Подпись под соглашением поставили гендиректор предприятия и председатель правления футбольного клуба «Батэ». Такое сотрудничество рассчитано на год. Ну а в планах МТЗ также совместная работа с хоккейной командой «Динамо» Минска и создание общего фан-клуба. При начале переговоров «Батэ» к нам неоднократно выходило, но 2 года назад мы для начала сказали, что проведем ралли «Париж-Мусор» по аналогии с МАЗом. Ралли состоялось достойно, у нас увеличились объемы продаж, мы убедились, что со спортом можно сотрудничать. Проведя вот эти акции, убедившись, что они дают пользу в маркетинге, в продажах техники, в продвижении новых видов продукции, мы пришли к выводу, что необходимо войти в спорт, представлять интересы трактора. Должны клубы, ведущие клубы, лидеры нашей страны. Руководители обменялись подарками. Завод подарил футболистам сувенирный трактор, а команда подписала мяч. В качестве дополнения новая майка. Такие теперь переоденутся игроки. Презентация формы этим вечером в родном городе Батэ, Борисове. Футболисты уверены, что первыми увидеть ее должны болельщики.